Ахматов Георгий. Увидал, засмеялся. У матушки работаю. Там крест. Я его устанавливал из зеркал. За 6 километров. Твой Грибанов Иван. О, это сегодня они. Вторник. 13 сентября 22 года. Мы строили, а мы ломаем. Ой-ой-ой. Что они натворили тут, а? Бальское дело, мы ломаем. 30 лет спустя. Что они тут делают? Все матушка повалилось. А дом стоит как крепость. Из глины дом-то. И дом-то какой. И стоит. Видишь, она оторвала его, пошла, и гвозди не удержали. И все опасно. Так, я все сделал, почистил. Полтора часа, один. Полное ведро. 50 штук ровно. Сколько? 50. Я насчитал 49, но одного прибавил, на всякий случай. Что-то неправильно считали. Думаю, может, неправильно. О, а, там. Зубачка еще взял. Ну я-то тут не нужен, только посмотреть зашел. Уйду домой. Это я с твоей машинкой пришел. Это первый дом в Потеряевке. Батюшка делал. Люди приезжали, помогали. Даже у меня в лагере были двое пацанов. Надеялись сбежать. С матерью приехали, с сестренками. Такие интересные. Она мать, видите, непослушно ушла в монастырь, говорит. Ой. Вот это вот вокруг, вот это вот все, что зашито, это моими руками сделано было. Я говорю о доме, о верху, с той, с другой стороны. Видишь, какой крестик сделал, пришил на двери православный. Гвоздиками маленькими прибиты. А здесь жертвы. Так, темно тут, ничего не снимешь. Нет, видно будет, видно. Ну-ка, пойдем посмотрим. Так ли, говорит он, как есть. Хорошо здесь, правда? Да, большое помещение. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны, Мартин Лютер. А тут все время занято, их сатана не может взять вас. Поэтому он будет натравливать друг на друга. Ой, это я прошел через весь. Здесь пристройка у матушки. У нас вот и пчельник у нее, и доски. Ну, в общем так, человек живет этой жизнью. И нельзя его обвинить в другому. Так, вот за здесь, вот эти двери, все я делал, по милости Божией. Сарай весь делал сам. Огромные какие столбы. Все сгнило. Вот. Врать неоткуда было. Все где-то доставали. Вот одна из комнат здесь вот была, мама ходила, как чуть что, она сюда пряталась помолиться, чтобы никто не мешал. Мария Егоровна, 86 лет жила. Мать героиня, 10 только живых детей воспитала. 2 умерли, было 12. Вот сколько здесь всего добра. И шерсти полно, и балка, чтобы не упала, видишь, как перехлёстнуто. Вот, а здесь, видимо, столб упал. Нет. Отёсано. Сколько дверей. Вот оно какое. Кривой столб-то. А он сгнил, а осаждается. Сколько его? Ну, почти 38. Так, 38 сантиметров в диаметре. А то внизу так и 40 будет. И углярочка есть. Это батюшка здесь жил. Здесь был первый храм. На подоконнике у него престол. А тут баня была. На ней голуби. У меня были голуби. Пойдем сюда.
А, нет, брат, оно закрыто изнутри. А ну-ка здесь выйдем. Ой, это уже Иосиф Устинов построил. Иосиф. Вот, а этот, ну вот он как идет. А тут повыше, это окна, как на заводах посередине. А вот видишь, где скворечники два. Это мои скворечники. Я тут... Ястреб тут вылетел, ударился за голубем в окно. Разбил и залетел. А здесь вот я где стою, баня была. Вечером проходим с Виктором Николаевичем Савченко. Куда-то пошли по делам. Я гляжу, голуби уже пора ложиться. Нет, он даже внимания не смотрит, не знает. Я говорю, это беда какая-то. Уже к закату дело, и голуби сидят, они не будут сидеть. Там кто-то есть. Ну, только дернешь что-то. Литок закрывался, литок, по которому они залетают. Забежали туда, а там ястреб. Одного голубя уже он слопал, и второго рвет. Как он нас увидал, как в окно брякнулся, но окно удержало. Это вот первая куча глина. Два бульдозера нанимали, выкопали пруд. Назвали Матушкин пруд. Вот такое дело. Это что? Это котел. Ну, котел этот можно к себе и взять. Вот он как нагревается. И вот мы добились разрешения через органы КГБ тогда иметь радиостанцию, разговаривать. Баев был такой, помог. Решили копать подземный кабель до Корчины. Ой-ой-ой. Добрые люди. И столько я в жизни видал добрых людей. Перечислить нельзя. Везде добрые у меня были. Вот. Милиция была, полиция теперь называется. Ни разу мне не сделали плохо. Никогда. Вот Господь же так делает. А сколько на них жалоб, сколько оборотней, сколько чего делают. У меня никогда и не было. В гости приезжают, и не какие-то генералы. Вальков был, генерал-майор. Взял даже книги у меня, посчитал. Вон туда залезли. Я ему показал. Он, это вы считаете? Я говорю, он говорит, я знаю славянский язык. Это вокруг вот оградка. Это глина отсюда взята, и дорогу построили. Это все работа-работа. А ветлины на ней, которые были, вон там три богатыря называем. Корни их. Там что-то... Колокол я устанавливал. Вот так. Раздевалку. И это все выросли. Из раздевалки четыре было. Три клёна. Это ветлины поднялись. Ветлина. Она живущая такая. Вот сейчас зайду я опять. Вовнутрь не попал. Так. Вот какая она, что это вот называется, как материал-то. Теплицы делают. Видишь, как вот все здесь. Это стоит, и все это наклоняться будет в ту сторону. Решила, чтоб тут сделали ей. Ну, сделают, не сделают, не знаю. Работа большая. Который хранил благочестие и веру. И вот у Сифа родился еще один сын, Енос. Енос или... Это кто считает-то? Геннадий Фаст. Геннадий Фаст? В греческом языке. Похоже. Ну все, пойду я сейчас положу аппарат на место у тебя и ухожу домой. Все сделано. Там убрал все. Перчатки в печку сунул, чтобы просохли. Ну и а все. Вы их сполоснули? А? Вы их сполоснули? Перчатки-то? Да, да, полоснул. Выжал. Ну все равно это. Как у меня руки-то чистые оказались. Я весь сам чистый. С полу пузыри положил тебе, где в ванне дрова лежат. Сожжешь и все. Смотрите, чтобы вас это не придавило. Она может пойти вот это. Все. Вот здесь лежали доски. Смотри. Вот так доски большие, хорошие. А здесь привезли опилки. И они нельзя доски нам пришивать-то. Я Нике говорю, Никите Колеснику, ты... Ну, откинь, и тогда прибьем. Я прихожу, досок нигде. А он опилками их засыпал сразу же. Вообще, я говорю, ты что делаешь-то?
Ничего не говорит. Вот, посмотри. Посмотри, это вот, кольца-то нужны вот эти? Володя, посмотри еще. Это сейчас ручки. Пришлось откапывать. Городской житель против деревенского-то он какой. Только с сумочкой, с авоськой бы в магазин бегать. А мы ни зачем не бегаем. Вот огорода у матушки, она в двух-трех местах по частям. Пчелы свои, вот они, мед свой, рыба своя. Я уж не говорю, помидоры, огурцы, дыни, все растет. Так это Сибирь, виноград. Виноград, вишня, яблоки, малина, крыжовник, черноплодка, смородина белая, красная, черная, коренда, помесь. Ох, как здесь. А это вот колодец копали. Колодец вот этот сверху тоже я делал, по милости Божией. Это уже обидно, на пенсию пошел. Зимовал, видать, здесь. Ну, все, пошел.